Итак, это наш лагерь на высоте 902 метра над уровнем моря, по крайней мере, так навигатор показывал. Остановились мы на отвалах заброшенного шагумского карьера. Поэтому кругом камни, щели. Дальше от него уже первая дома Шерекеша. Утром я имею возможность, если только ветром не сдувает любимое кресло, а его периодически сдувает, ходить к обрыву, садиться и наслаждаться видом горы Пустак, этой горочки с заснеженными вершинами, ну и с неставившими еще снежниками. Может быть, если слышен звук сильного ветра, который все нарастает, это и штольни сдувает буквально. Ледяной ветер, несмотря на то, что снаружи между 20 и 30 градусами.